Привет, Артем. Привет, канал Печки-Лавочки. Вот приехал на дачу, чтобы сделать небольшой обзорчик в знак благодарности для Артема. Для Артема и для его команды. Вот. Недавно, значит, я себе построил печь. Вот такую. Вот моя красавица. Греет меня, радует меня. Как бы, почему я решил сделать этот обзор? Потому что я много видео искал на ютубе, чтобы построить себе дачную печь. Как бы руки растут, я думаю, откуда надо. Вот. И много пересмотрел роликов. Не скажу, что кто-то лучше, кто-то хуже. Но вот почему-то душа легла именно на этот канал. Потому что Артем как бы доступно объясняет. Ничего лишнего не говорит. Вот. Ну и небольшой обзорчик по печке. Сейчас я возьму фонарик. Печь была выложена из тульского кирпича. Красный полнотелый тульский. Ну, как по мне, он немножко... Ну, не подходит он для печей. Вот, он немножко подольше прогревается, чем витебский, если бы было это из витебского сделано. Ну, так, в целом, я доволен, она меня радует. Вот, что по печке? По печке... Ай, вот она сейчас топится. Ох, пошла жара. Классно. Вот. Ну, давайте я переключу. В общем, не получилось переключить. Вот, она сейчас в данный момент топится. Вот здесь у меня гвоздик. Я его подвигаю, если надо посильнее. Чтоб тяга была поменьше. Ну, в режиме топки, а ближе. Вот сюда. Вот. Из тульского кирпича. Литье я все брал бэушное, потому что как бы знакомые ребята есть. Достали без вопросов. Ну, если говорить про сложности, наверное, самым сложным будет не упустить каких-либо мелких моментов и нюансов. Вот. То есть по закреплению дверок, например, по расширению металла, не упустить моментов, чтобы не толкнуло никакой кирпич и не, ну, не нарушило кладку. Потом по коэффициенту, ну, по линейному расширению кирпича, где вот перекрываются колпаки, базальт не забыть подложить и, ну, проложить. Ну, в общем, такие мелкие моменты, как вообще работа печника. Ну, конечно, сложно. Учитывая то, что сляпать можно, как говорится, по-быстрому что-то. Тяп-ляп, оно, в принципе, будет работать. Но сложно, конечно, держать шов. Вот ты пошел там 5 миллиметров. Конечно, тяжеловато. Это нужен опыт, и как бы с опытом это все придет. Опять же, про моменты на тепловое расширение. Распушка, например, где вставить чекушки. Ну, четверти кирпича, где трехчетверочку. Рассчитать надо заранее, потом, когда ты придешь к этому ряду, ну, уже будет поздно, надо будет снимать или ряд, или два. И такое было, как бы, ну, ничего страшного. Как печь держит температуру? Ну, вот, когда на улице, у нас сейчас на улице ноль, грубо говоря, я ее растопил, 2-3 часа она работает, там, 2-3 больших ведерки дров ушло. Потом вечером, если растопил, к утру она еще теплая. Вот. Летом в холодные, ну, весной в холодное время года, такое, в прохладное, она вечером растопил, утром она еще почти горячая. Здравствуйте, дорогие подспичники. Вот снимаем процесс. Протопили печку. Открываем топку. Вот. И у нас там происходит ошо. Утка жарение, да? Утка жарится на шампурах. Шашлычица. Шашлычица. Два камушка поставили. Блин, вообще аромат. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки.
Всего доброго всем. Ребята, вот такая печка получилась. Правда, из бушного кирпича. Ничего страшного, она у нас временная. Артём, большое спасибо за видео. Делал все по твоему проекту, по рядовке. Все почти то же самое. Единственное, что я не сделал, это не сделал я здесь... Сейчас я свет включу. Здесь юшку не сделал. Ну, чистить колпак. Печка тут временная, года на 2, максимум на 3. Поэтому я думаю, там, чтобы здесь зимой ремонт делать. Вот. Спасибо. Все работает. Как положено, тяга есть. Я сейчас уже потопил. На летнем ходу. Сейчас немножко прогреваю на зимнем. Это вообще первая топка. Ой, блин. Вот я даже чуть-чуть еще приоткрыл. Дыма вроде бы нет. Как бы. Провозился единственное, что потому что кирпич старый. Ну, в принципе, неплохой. Ребята, лайк. Удачи на канале. Привет, Артём. Вот благодаря твоим видеоурокам, также Сергея Кузьмина, он ведет свой канал в Ютубе, сложил вот такую двухколпаковую печь. 3,5 на 3,5 кирпича. Еще не доложил, конечно. Надо фомин доложить. Не судите строго за качество, так как первый раз. Я вам скажу, что это, ребята, у вас адский труд. И ваша работа стоит таких денег. В общем, дай вам Бог здоровья, благополучия, процветания в семье, в вашей профессии. Всего удачи. Спасибо.